Приветствую всех энтузиастов, эсэшников. И мое первое видео, давно уже не писал, конечно, на YouTube. Мое первое видео это для Андрея Тиртки. Пока он там возится со своими сверхмощными магнитами, которые я ему советовал, конечно, не брать, но он взял. Вот, я то взял вот такие вот мелкие, игрушечные, 6 мм на 10 мм. Стоят копейки, но достаточно мощные. Даже с ними и то возни много, потому что они уж такие юркие и такие липучие. Но это не главное. Главное то, что я сделал лесенку не залипающую. Андрюша все пытается там что-то тужиться, но я так понимаю, что со сверхмощными магнитами ему придется повозиться очень долго. Так как оснастка будет, ну, очень тяжела изготовление. Не то, что у меня. За час-полтора вот, собрал индуктор. Заложил сюда магнитики. Ну, оптимально оказалось у меня 6 штук. С одной 6 штук, с другой стороны канал. Все это из пластика вырезается. Вот таким обычным ножичком. Очень хорошо режется. Собирается моментально. И разбирается также. Всегда можно подклеить что-то, изменить и так далее. Но не это главное. Главное демонстрация. Конечно, вот с таким длинным мы тут ничего не получим. Это все ерунда. Но вот начнем с 6 штучек. Ставим и смотрим. Полетели. Ну, возьмем 5 штучек. Опять полетели. 4. Так, ну это бывает. Слишком резко отпустил. 4. Можно и 3, но тут уже неустойчиво. Конечно, тут надо уже как-то с каналом поскромнее быть. Не то, что у меня тут широкий. Но попробуем. Нет, уже не хочет. Да, на 3 не хочет. А, я неправильно. Неправильно поставил. Делаем вот так. Вот. 2 еще может проскочить. 1 точно не проскочит. Он тут сразу улетает. Просто-напросто. Ну, вот оптимально это 4-5. Больше она тоже уже начинает как-то себя вести не очень хорошо. А вот такие вот летают прекрасно. Так, если кто-то думает, что здесь какой-то наклон есть, пожалуйста, делаем наклон другой, противоположный. Ну, полет успешный. Могу еще выше сделать. То же самое. Ну вот. Измеритель. Показывает, что здесь практически прямо все. Ровно. Вот. Так что вот такая ситуация. Собирается очень просто. Очень быстро и эффективно. И самое главное, в отличие от Андрюши, я брал изначально диаметр 6, длина 10. То есть диаметр меньше, чем длина. И, соответственно, вот эти тоже. Вот. И тут получается такая же картина. То есть не надо складывать ничего. Сразу готовые
А так как вот из Прибалтики товарищ, с которым он разговаривал, так и говорил, что должны быть подлиннее. Я поэтому взял подлиннее сразу. Вот конструкция, вот подложечка прямая. Здесь типа кондуктора с ячеечками вырезал. Направляющие. Прижать немножко надо. И все. Все оперативно вытаскивается. Можно вот повытаскивать эти магнитики. И все. Сразу говорю, что здесь никаких подлогов нету. Все здесь так, как должно быть. Стандартной елочки. Вот складываем раз, два, три, четыре. Всего шесть. Закрываем. Вот, все очень удобно и просто, и быстро. Так, если кто думает, что тут с наклонами все-таки какая-то проблема, никаких проблем. Вот, пожалуйста. А, еще что? Под столом может что-то лежать. Вот, пожалуйста. Слишком большой угол взял. Летает, как и должно летать. Так что привет Андрею. Если что, поделимся всегда. И вот это вот не фейк, а самая правда. По крайней мере, можно дальше продолжать. Ну, я тут, конечно, не только это. Вот еще тоже. Но как раз проблема в том, что уже двигатель сложнее собрать, потому что нужно вот таких три. Плюс еще таких три. К тому же самое главное, вот если здесь все нормально, понятно, то с этим, конечно, тут надо разбираться. Вот именно с этим. Ну, будем разбираться. Так что всем до свидания. Счастливо оставаться.